Погнали. Закончим это все. Комната Венди. А? Тоже умеет по трубам ловить. Смотри, как он ходит, не убивает его походку. Наконец-таки. Сказал. На! На! Погнали сражаться. Опять эта бомба. И она опять же будет создавать клонов. Но дальше больше пойдет. Так, сплэш. На тебе 240. О, нет. О! Отлично, мне впервые удалось это сделать. Кстати, если получать от них урон, то можешь получить эффект замедления. Прям так сразу? Прям так сразу? Я вообще фьел. Ладно, давай ману. Так. И чё? Теперь давай хп. 103. Норм. Всё, последний куполинг дальше пойдёт. Блин. Чё там? Чего? Не понял юмора. Ладно, как хотите. Даже если у Луиджи больше опыта, он все равно не может поднять уровень быстрее, чем Марио. Что за хрень? Опять? Опять этот дебил. Что до пятерки не дошло? И до шестерки. Я уже не представляю, как я справлюсь с финальным боссом. На тебе! Отлично, теперь все начали на Марио целиться. Хотя они все равно потом сбегут. Ну или получат свои биты обратно. Вот точно. Так. Не, 70. Пока не сбежал. Или не получил. Так. Так. Бежит? Нет пока. Добиваем. Отлично. Все, долетаем. Блин. Чего? Вот тут нам полный фиаско сейчас пойдет. Наверное. Так. Как-то я умудрился. Защиту прокачала. Все, так тебе. О нет, о нет. Так, ладно. Пофиг, что там у тебя за... Все равно пробил с одного удара. Из-за лаки. Вот это вот задание я ненавижу больше всего. Ладно. Вот так. Блиночки, ладно. Сколько секунд? За 13. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Я впервые это сделал с первой попытки. Охренеть. О, нет. Все. Опять расстаемся. Ну, на некоторое времечко. Так, опять желтые эти плиты. Ладно. Все, выход на все равно.
Отлично. Ну-ка, там нифига. Абсолютно нифига. Ну. Это вы увидели впервые. Так, и вот так. Все, давай. Что-то проход к Ларри стал очень коротким. Ларри's Room. Хотя не стал, он и был очень коротким. Так, проходи. Фух, бомбочка. Сейчас мы поиграем в пинбол. Суффикс. Ты издеваешься? Кажется, он очень любит играть в пинбол. Все, отлично. Хотя у него эта бита снова появится в битве. Как заорал. Но в 3DS-версии он не такой уж и злобный. Да и музыка затихла. Погнали. Последний куполинг. Опять эта бомба. Я знаю. Так, сплэш. На тебе 224. О, нет. Все. Ну, ты, ё-мо, 34. На тебе 204. Ну, чоппер тогда. Какого хрена? 128 урон нанес. Очень круто. Все. Дальше два финальных босса пойдут. Точнее, три. Все, давай. Так долго ждали этого. Блин, я за 8 минут одолел этих двух куполингов. Ага. И даже минуты не прошел, я снова здесь. Рядом с сохранением. Lava Passage. Лавовый пароль, что ли? А, Passage. Это не Passage. Так, тут ничего нету, значит, пойдем туда. Привет. Фу-фу. У меня есть ярость. Ну, я ярстный. That's my entrance. Мой приход с драмой. Наконец-то пришло время, где моя истинная мощь покажется. Чё? Sunbeams of Rage? Ладно. Свет. Ты что, Мутатон X? Ты Мутатон X, серьезно? Да просто там такая же подсветка была. Только его тем показывали, там они полную окраску. Все. Сейчас будет последняя битва перед Баулеттой. Которая на самом деле очень легкая. Он внезапно прокачал себе 300 хп. Внезапно. И это отрезок между началом и концом игры был. На тебе 28 урона. Он там навечно за... Ну... В общем, он там будет закрыт, пока он не перегреется. А чтобы он перегрелся, нужно как раз таки стукнуть это по этому корпусу. Когда он в корпусе, он неуязвим. Ко всем атакам. Значит, нужно вот так вот делать. Так, сейчас съедите это. Да, нужно это сначала отбить. А потом, если не успеешь отбить, то они будут еще и летать под ними. Под водопроводчиками. Ать, жарко! Из-за оверхед. Все, теперь у нас есть шанс, чтобы его атаковать. На тебе 186! 32!
2. Ладно. Давай еще вот так. На тебе. Все. На. 3000 хп. Господи, что мы творим? Все, финальная битва. Сейчас настанет. Последний раз прокачаем себе хп. И последний раз прокачаем себе ману. Опять будет очень долгая катсцена. Так, я это не буду переводить. Потому что я сам не знаю перевод. Опять это хрень. Опять он ударил Марио шокером. О, пиздец, здорово. Опять с твоей подушечкой. И шоком прям в него. О, Марио очнулся. На те. Том. Оп. Пока-пока. Улетел нахрен. Ох, он тоже очнулся. So forever. Все, все нормально. И наконец-то. Последняя битва. Считайте, как поход к зубному. Вы готовы? Если нет, то я вас понимаю. Я тоже не готов. Великая дверь. То, к чему мы так долго стремились. Давай, пошли уже. Вот так, всё. А если быстро так нажимать... Прикольный звук. Давай, все, все, погнали. Последняя битва. Опа. Ну, пощады тут никакой не будет. Хотя у нас и нет способности пощадить. Эти шары нанесут урон, если мы на них вот так ногами ступнем. И также, когда Баулет получит высокий урон, они будут ее вылечивать. Хотя они призовут новые. Своим огнем может их так сжечь. 186. Это максимальный урон, который я ей могу нанести. На тебе 166. Я же говорила, они будут ее вылечивать. Опа, темный вид. Оранжевый звезд на Марио, зеленый на Луиджи. Синие звезды просто так. Так. Все, теперь мы не можем его так вот бить. Окей. Давай, чоппер. 140, 42, 42, 20, 20, 14, 14, 6. Все, ну тут нас суждено проиграть. Вот я знаю, вот мы, нам суждено проиграть. Ноль. Господи, как у меня сейчас сердце стучит, а. Да-да, мы проиграли. И она сожрала. Вот нам сейчас суждено проиграть. Вот я точно знаю. Все, мы в желудке Боузера. Да-да-да, здорово. Вот я так и знал. А, мы еще живем. Тогда быстрее, Макс Нац. Какая эпичная, брутальная музычка. На тебе. Мотками по рукам. Ой, стой, стой. Хенд на вот эту руку. Огонь. Оп, 152 аж. Опа, нормально, нормально. Вот так, вот так, вот так, вот так. И хенд на эту руку, молнию, оп, 160. И теперь берем нокбэк брос и начинаем дубасить. Блин, 50 урона только. Еще и лечит дамаг, ну давайте специально промахнемся. На, получай, на тебе, по щам. Все, хватит. Так. О, можем атаковать. Кстати, сердце имеет
иммунитет к огню. То есть атаки огнем будут его, будут это сердце вылечивать. А голова не имеет такого. Так, берем чоппер брос, начинаем дубасить. На, 170 тебе, 50, 50, 24, 24, 16, господи, сколько дамага наношу. Да-да-да-да-да. О, нет. Но дальше больше пойдет. Дальше пойдет еще сложнее. И одним тычком нас завалит. Вот я точно знаю, одним тычком нас завалит. Так. Наверное, надо будет сначала дубасить как раз таки руки, чтобы они не мешались. Давайте так и сделаем. Вот так и сделаем. Пусть она будет новую зарождать, нам же будет легче. Стой, ты дурак! 20 урона в смятку. Ну, туда. 50-14 и новая рука. Ой, ну вообще зашибись. Огоньки полетели. Все. А, пока все живем. Пока мы еще живем. Ладно, давай. Дубасим по сердцу. 224, 40, 40. Господи. Ладно, на дамаг я не буду обращать внимания. Будем просто пытаться побить ее. Победить. Как бы я не изнасиловал кнопку А таким образом. Ой! А, фух, еще не полноценным образом она нас может тычнуть. Ну, не с одного тычка. Убить. Так. О, нет. Она вылечивается. И сердце сейчас закроется. Да, все, сердце закрылось. Теперь начинаем дубасить руки. А затем и голову. Чтобы не усложнял бой. Господи, как же я обожаю битву с этой коклеттой. Силу прокачала башка. Блин. На. Получи ты по роже. Ага. Все. Так, давай сплэш. На тебе 224. Неплохо так вдарил. О, нет, все. Вот тут нам точно поезда. А, пока не совсем. Пока не совсем поезда. Под этим словом я имею в виду пидда. Бедный Луиджи. Бедный Луиджи. Все, ему сейчас кранты. Вот ему сейчас точно поезда. Ему сейчас точно поезда. Поезда. Бедные поезда. Быстрее. Ультра. Ультра. О, все. Таким образом она останавливает время и бьет в указанные своими глазами места. Правый глаз на Марио, левый глаз... О, вот. Вот так. Да, вот так. Ладно, давай вот так. Тут хотя бы не так сильно изнасиловал кнопки. Точнее, экран. Блин. Все, победа! Победа! И даже не умерли ни разу. Ну, вообще игра не окончилась. Что? Эй, что происходит со мной? Выплюнули в это пророчиков из рта и сдохли. Нет, нет, это не может быть невозможно. Я... Нет, как я... Как я могла потерять? 3DS версии концовку изгнания как лет из Боузера. Это надо еще постараться так испоганить, чтобы было страшно на это смотреть. Фух. Вот сейчас. Вот так. Что это? Почему контур кепки Луиджи сливается с контуром тела Боузера? Непонятно, но теперь нам нужно за 3 минуты сбежать из замка. Хотя это можно сделать и за 1 минуту.
Ну хотя бы решили пощадить их. Ну, тех, кто первый раз проходит эту игру. Так. Оп. Вот так. Последний раз, когда мы все это делаем. Давай. Ну, ты можешь быстрее идти. Ну, ты можешь идти побыстрее, а? Давай топай быстрее своими ножками. Так. Все, бежим. Да блин, я затормозил. Все. Быстрее, нам нужно убираться из этого места. Сейчас. Все, финал игры. Концовка. О, где я? Что я здесь забыл? Ну, делаю. Так. И сейчас прям в море улетит. Ну, в океан. Господи, как у меня уши горят от всего этого. Ну, зато посмотрим концовку и титры. Зато поймете, что это был всего лишь фильм. 12-часовой фильм. Смотреть без онлайн-регистрации и смс. Без доната. Пожалуйста, посещайте нас в нашем королевстве когда-нибудь. Вот, Пич, у вас замечательная группа друзей. Что? Тот вот, Леди Лима. Обнимашки. Из ниоткуда появился, что ли? Принцесса Пич, братья Марио, я должен благодарить вас всех. Примите этот подарок от меня в знак нашего принятия, что ли? Господи, как она глаз его открыла. Все, летим отсюда. Летим в свой замок. На свое кресло. А что за подарок у нас? Так это Боузер, блин. Типа, да нам тон дел... Да нам дар мне сдался, верните его в свое королевство. Все, титры. Какая довольная бензвезда. Тройная минута на... Ну, 3 минуты молчания. Да, это был всего лишь фильм. Спасибо тебе за игру. Да не за что.
Было приятно поиграть. Миллионный раз. Очень увлекательная игра. Я в нее на несколько месяцев затянулся. Ну, это было не самое длинное, не самое быстрое прохождение. Ну ладно. Господи, 12 часов проходил это прохождение. Ну, господи. Easy Sleep. Что это такое, я не знаю. Rumble Future. О. Автослип на одну минуту. А, понял. В общем, да, я тут уже играл. 80 тысяч очков набрал. И максимальный уровень, до которого я доживал, 14. В общем, была очень увлекательная игра, аж на 20 выпусков. Если она вам самим понравилась, эта игра, вы сами уже заходите, скачать на телефоне. Вот, прям, наверное, этот геймпад на всех устройствах потянет. Ну, на моем телефоне планшете он потянул. На планшете я не буду снимать. Итак, мы тут уже все узнали. В общем, я очень рад, что вы просто были со мной на протяжении всего прохождения. Я очень рад. И раз уж такое дело, то, пожалуйста, подпишитесь на меня. На The Town. Так называется. ТХЕ. ТАУНЫ. На Флауи. Санс Гастурович. На вот этих вот трех людей. Ну, на меня тоже. Четыре. Подпишитесь. Поставьте лайки. И просто ждите новые видео. Следующая игра будет Undertale. И, судя по словам Флауи, мне придется пережить кучу неприятностей, ведь я пойду по пути геноцида. Вот представляю, как мне сейчас Сас напишет. Опа! Кажись, ты хочешь неприятностей и устроит мне битву. Ну, в самом конце так и должно быть. Я даже не представляю, как я смогу его пройти. Тысячу раз буду убивать. Ну, умирать его. Ну, от его рук умирать. Скелетных рук. Ладно. Ну и еще посмотрим, что будет, если 10 минут ничего не делать. Выбери стереть мир или ничего не делать. И вообще ждать, когда этот ветер будет дуть. Господи, я уже тут заговариваюсь. В общем, самое длинное прохождение, которое у меня когда-либо было. И ради такого, ну, что, подписки, лайка вам, вам жалко, что ли? Давайте подписывайтесь.